Дэвид Кларк. Ну что, как сегодня стрижемся? Ну, сделайте какую-нибудь прическу, типа, я встаю каждое утро в 5:30 и добираюсь целый час до паршивой работы. Где мой босс-говнюк ждет, что я буду лизать ему задницу ради того, чтобы отвезти моих спиногрызов в модный бутик и накупить жене всякого видео по аэробике, пока однажды мне не хватит смелости пустить тебе пулю в лоб. Вот такую. Да, точно. Вот такую. Every day I'm hustling, 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 hustling. Steal cars, but we deal hard. Whip it real hard. Whip it real hard. I call the charge. I call the charge. Whip it real hard. Whip it real hard. Ain't by no funny shit. Steal bitches and business. I'm on my money shit. Steal whipping them Benzes. Major only that's more than feeling. Здравствуйте. Вам ничего не нужно? О. Да нет, спасибо. Мы, знаете, едем всей семьей в отпуск. Навестить нашу бабушку, да? У вас очаровательная семья. О, большое спасибо. Да, это мой сын Кенни Миллер и моя чудесная дочь... Кейси. Кейси. Кейси Миллер, точно. А я Дэвид Миллер. Мы Миллеры. Да, у меня просто рук не хватает с этой парой чокнутых тинейджеров. Да, у меня все эти типичные подростковые проблемы, типа экзаменов и поступления в колледж, и... Будет ли у меня пара на выпускном? Плюс у меня не было месячных уже 2 месяца. Что странно, ведь я почти все время занималась аналом. А ты все шутишь. Спасибо вам за помощь, Натали. Займите свое место. Добро пожаловать на борт. Ты что, прикалываешься? Нет, я сама найду место, благодарю. Спасибо. Простите. Мила, наконец-то! Ты успела? Угу. Хрен тебе в рот. Прости, конечно. О, ты выглядишь как... Молчи, просто молчи, ясно? Хорошо. Привет, мам. Господи. Угу. А это кто? Ну, вообще-то это твоя дочь. Кейси. Привет. Угу. Я хочу 30 тысяч. Губы не раскатывай. Что ж, приятного полета. Что? Нет. Хорошо, ладно. Кровопийца. Что ж, довольно жена и жизнь хороша. А привет, детки. Ребятки, пропустите маму. Спасибо. Вот так. Ой, нет, я... Эй, нет! Ай! Какого хрена? Ты даже не думаешь, что ты когда-нибудь сможешь... Тихо, семейный совет. Идемте. Какого? Иди в хвост. Я не хотела ее убить. Я не специально. Мне все равно. Он врезал Извини. Мне прямо по лицу, иди урод. Уже. Никто не хочет тебя слушать. Какого хрена? Хотите, чтобы нас просекли? Ой, да не поднимай ты панику. Расслабься, господи. Мы еще не на границе. Какая разница? Кто что подумает? Действительно. Нельзя привлекать к себе внимание. Дура, ты неблагодарная. Я разберусь. Не смей с ней так разговаривать. Роз, прекрати, хорошо? Тебе сейчас нужно беспокоиться о том, чтобы люди подумали, что ты вообще можешь быть чьей-то матерью. Ясно? Ты что, издеваешься? Да это как два пальца об асфальт. Извините. Господи, благодарим тебя за эту семейную поездку. Пошли свою милость Дэвиду, дабы все прошло благополучно. Пусть Кенни и Кейси укрепят свои родственные узы при посильной поддержке наших пылких сердец. И пусть все люди в этом самолете обретут путь к спасению и благодатной жизни. Даже евреи. Аминь. Неплохо. Это было потрясающе. Если бы моя семья была такой же. О, перестаньте, не надо. Нет. Идите ко мне, обнимемся. Идите. Не плачьте. О, милая. Говна кусок. Ну что, уже лучше?